Где в столице лучше не дышать полной грудью? Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в 5 пробах воздуха. 2 на проспекте Акушинского в районе Северного автовокзала, 2 на проспекте Имама Шамиля 5 на пересечении с улицей Агасиевой и 1 проба также на проспекте Имама Шамиля на пересечении с улицей Яракского. Анализ показал, основная причина загрязнения – выхлопные газы. Всего за 2023 год в Махачкале исследовано 683 пробы атмосферного воздуха. В целом уровень загрязнения воздуха в городе остается в пределах допустимых нормативов.